Книжка у нас называется «Маленькие мечтатели», а сказка, которую я прочитаю, называется «Игрушечная школа». Жил на свете мальчик Вова, и были у него и любимые игрушки – мишка, зайка, котенок, курочка и кошка. Целыми днями Вовочка с ними играл, очень весело им было. А потом лето кончилось, настала осень, и папа сказал: «Пора тебе, Вовочка, в школу идти. Ты теперь первоклассник». Дал ему портфель, Вова туда тетрадки сложил и ушел в школу. А игрушки дома остались. «Что же это получается?» – сказал Мишка. «Вовочка теперь в школу будет ходить, умным будет, а мы так и останемся глупыми». «Ой!» – взмахнула лапками кошка. «Да он и играть с нами теперь не будет. Скажет: вы читать считать не умеете, неинтересно с вами». Расстроились игрушки, а курочка говорит: «А давайте сами грамоту учить. Зайка свои морковки будет считать, я яички, а Мишка нам буквы в книжке покажет. И Вовочка будет учиться, и мы». И пошло дело, заработала у них дома настоящая игрушечная школа. Никто не ленился, все старались. Вовочка из школы пришел, ничего понять не может. Игрушки его и считать, и читать, и писать умеют. «Мы сами научились», — хвалится. Так и стали дальше жить. Вовочка за большим столом свои уроки делает, а игрушки за маленьким свои. Всем грамота нужна, всем учиться надо.